Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра Besiege. И я рад, что она вам понравилась, потому что она также мне нравится. И смотря какие механизмы я, ну, пытался придумать, ничего, в принципе, толкового у меня не получилось. Давайте будем просто пытаться проходить миссии. В данном случае мне нужно как-то разрушить вот те два здания. Ну и знаете, я что подумал, что в первую очередь, конечно, нужна платформа. Давайте сделаем какую-нибудь, ну, что-нибудь типа такого вот. Как-нибудь так. И так как мне нужно защищать, я, наверное, вот так сделаю. И ну, все-таки мне нужно какие-то защитные устройства это поставить. Давайте колеса поставим прям-таки вот здесь вот. Почему бы нет, да? Где базовый? Вот базовый, давайте. Пока колеса прям здесь поставим. Так, здесь еще чуть повыше. И даже вот так вот, наверное, сделаем. И, кстати, вот это не скобы. Ну, точнее, это скобы, но они работали не так, как я использовал их. Они вот ставятся, и мы их тянем и вот ставим на другую. То есть вот как бы я зацепил вот эти части. Так, здесь мы давайте закроем все щитами. Нет, неправильно. Давайте развернем немножечко. Вот так вот закроем. Единственное, что я хочу опустить, чтобы смотреть, точно ли я попадаю под размер. Вроде бы точно попадаю, нормально. Так, и теперь давайте вот здесь вот так вот поставим. Здесь закрепим. Хотя можно вот так вот закрепить. То есть, ну, тем самым и защитив вот эту часть. И хотя нет, погодите, сейчас еще круче. Мы же создаем не просто так, мы же создаем именно на как бы машину убийства, да? Поэтому так, вот где-нибудь здесь вот давайте развернем немножко и поставим вот так вот. Нет, я не прав. Ну вот, я уже разрушил немного лишнего. Так, вот так вот. И вот здесь уже построим вот этот рычаг. Поставим. Здесь мы поставим вот так. Хотя нет, уже неправильно делаю, потому что он же будет влево-вправо ходить. Поэтому, думаю, это неправильно будет. Значит, вот так вот. Надо еще правильно наводиться, когда бежишь. Значит, здесь закрываем. Вот здесь вот так вот закрываем. Не, главное, навожусь на щит, да, вроде бы, но убирается совсем другое. Ладно, будем иметь в виду. Просто нужно не торопиться. Так. А, вот сюда вот мы поставим вот этот мечишко, только мы его немножечко развернем и вот так вот поставим. А нельзя, потому что он выходит за рамки. Значит, будем чуть ближе строить. В принципе, это не критично. Так. Так. Уже неплохо смотрится. Единственное, что все-таки щитов мало. Ну, такое чувство даже. Поэтому давайте еще вот здесь вот так вот поставим. Вот так вот. И тоже закроем это все щитами. Мне кажется, будет вполне сносно смотреться, потому что я бы не хотел, чтобы они мне разрушили все, что можно. Так. Дальше нам нужно как-то уничтожить те башни. Давайте построим вот здесь вот небольшой такой вот. Вот такую, ну не знаю, платформу, не платформу. Как бы это правильно сказать. Потом мы поставим здесь колеса. Конечно же. Так, так. Я подумал, может быть, сверху колесо поставить. На него же можно еще что-то поставить. И когда я буду, допустим, вперед жать, этот механизм весь будет работать. Прикольненько. Честно говоря, воображение, конечно, не шибко срабатывает, чтобы прям, знаете, там, прям какое-то что-то такое создавать, чтобы это прям вах. Но я постараюсь. Также мне нужно сделать поворотные колеса.
Но вот здесь вот есть сразу возникает проблема, как их сделать, да? Поворотные колеса можно, в принципе, вот так вот поставить. То есть только... только немножечко по-другому. Например... так. Так. И... вот так вот. То есть давайте проверим. Все, колеса поворачиваются. Также поворачиваются вместе со стрелками. Поворачиваются вместе со стрелками и меч. Вот мне бы меч как-нибудь на другие кнопки переставить. К примеру, давайте сделаем ОЛ. Ну, то есть, по-моему, нормально. Проверим. Так, не работает. Почему-то не работает. ОЛ. Л. Я жму и ничего не происходит, к сожалению. Почему так? Может быть, нет, здесь ничего не нужно. Давайте попытаемся, может быть, надо именно английские буквы. Тогда может будет работать. А вот именно английские буквы нужны были. То есть и все. Теперь этот рычаг работает на нужные нам клавиши, а здесь заднее поворотные колеса работают на стрелке. Так, отлично. Этот момент работает. Здесь единственное, нужно соединить... соединить немножечко... вот эти платформы. Так. Но для начала давайте мы все-таки построим, что я, собственно говоря, и хотел сделать. Это сверху мы поставим две пушки, но немножечко необычного вида. В том плане, что они у нас, может быть, вот и здесь поставить вот такой вот блок. Почему бы и нет, да? Так, сейчас объясню, в чем суть, точнее, в чем идея. Так, ставим, значит, потом рычаги. Только рычаги немножечко другого варианта. Вот так вот. И на них мы... а, нет, 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 нет. Вот здесь вот убираем вот эти. Здесь вот ставим вот такие вот штучки. Это поворотные колеса. Они тоже стрелками, кстати, работают. То есть в данном случае будут пушки поворачиваться влево-вправо. Перенастроить их как-то нужно будет. То есть каждую перенастроить. Это же, блин. Давайте также NM. NM. Так, смотрим. Все отлично. Прям какой-то танк получается, честно говоря. Прям такая громила. Ну, сами понимаете, передний меч будет резать врагов, пушки будут по направленности стрелять. Но еще не только стрелять по направленности они будут, а еще вверх-вниз они будут поворачиваться. То есть об этом тоже не забывайте. Вверх-вниз они тоже будут поворачиваться. Давайте посмотрим, чем здесь у нас настроено. Здесь у нас тоже... так, надо... давайте... и... о... будет. И... о... конечно, управление не идеальное. То есть... надо не забыть, главное... так, все. И теперь надо как-то это все укрепить, чтобы, ну, моя постройка не развалилась. Так. 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 Также мы вот здесь вот такие вот протянем, чтобы это тоже все устойчиво стояло. Другой вопрос, что расстреляют ли они пушки. Ну что ж, давайте пробуем
заезд, так сказать. Во-первых, надо посмотреть, запомнить, как пушки на С. Блин, еще на С же надо влево-вправо. Так, давайте попробуем. Вперед, вперед, поехали. С. Ой, пушки-то не взрываются. Пушки не взрываются. О, я еще круче сделал. Я... Так, я немножечко... Бабах. Я еще круче сделал в том плане, что мой, ну, мои ядра, они взорвали бомбу, которая около ворот была. Кстати, я что-то не думал так ей воспользоваться. Так. Попробуем пушки. Все. Вверх-вниз. Влево-вправо. Огонь! А! То есть у них всего лишь один... Залп есть, представляете? У них всего лишь один залп есть, поэтому пушки использовать как постоянно зарядные нельзя. Поэтому давайте попытаемся протаранить все здесь. Я, похоже, очень не зря поставил щиты, потому что, как видите, благодаря этим щитам я, собственно говоря, и проезжаю. Хотя... Так, я чуть не сломал. Так, сейчас мы назад сдадим. Слишком она, конечно, это у меня конструкция, она... Ну-ка, давай, давай, давай. Так, а теперь попробуем... Так, эй, не достает. Ай. Сломалось немножечко. Так, задний ход, задний ход. Честно говоря, наверное, передние колеса нужно было выставить тоже, чтобы они были поворотные. Давайте переиграем, вот знаете, вот. Давайте переиграем. Пушки оставим. Просто мы вот здесь вот поставим тоже поворотные рычаги. И просто у нас здесь тоже колеса будут поворачивать. Я думаю, это, так сказать, поможет. Так, во-первых... Бах, залп! Нет, я уже вижу, что не получилось попасть мне... Мне чувствуется, первый раз очень сильно повезло, что я взорвал, взорвал вот эту, ну, вот этот, вот эту бомбочку. Давайте, знаете, сейчас, так как я просто, честно говоря, не знал, что их можно взорвать, поэтому мы немножечко переделаем всю нашу постройку. Во-первых, мы вот здесь вот ставим, нет, не так. Сейчас, секундочку, у меня прям очень интересная идея появилась. Мы ставим вот здесь спереди. Так, жалко поднять обратно нельзя. А, нет, можно. Давайте приподнимем нашу конструкцию. Прям такой... Еще трубы и парового двигателя не хватает. Так, приподняли, значит. И снизу мы ставим, давайте, пушку... Только не в ту сторону. Сейчас бы выстрелил. Отлично. Давайте разворачиваем. О, да. Вот так вот смотрится, по-моему, шикарнейшим образом смотрится. Вот так вот еще щит. Прям. Мне нравится, как выглядит. Хорошо, очень хорошо. Так, и... Сразу я увидел проблему, потому что... Собственно говоря, перед у меня сразу, смотрите, моментально просел. Так, хорошо. Тогда мы укрепим это все боковыми колесами. Вот здесь вот. Вот здесь колесами укрепим. Вот так вот еще щиты наставим. Ну, прям вообще зверь, а не аппарат. Так, наверное, нельзя кидать машину сверху, потому что это сразу... Нет, я смотрю, слишком тяжелый перед получается. Конечно. Пушка прям не хочет держаться никаким образом. Так, значит, убираем все вот эти вот... Вот эти вот всяческие... Так. Пушка держится, держится. Мы прям в упор к ней приделаем... Нет, нельзя. А-а-а! Ребята, я... Накосячил. Я понял, почему они не держали, почему сразу отваливались и почему ломались. У них же... Они же ни за что не держались.
Вот, вот такой вот момент-то я не установил. Вот теперь вот будет все нормально. Теперь, мне кажется, будет нормально. Поэтому... Блин, классно, мне нравится игрушка. Я очень хочу теперь в нее по сети поиграть. Вот еще там поставим, прям. Вот, все отлично. Единственное, что я скребу передними щитами. Так. У меня щит один сломали. Нет, машина не хочет поворачиваться. Давай, давай, давай. Прям катастрофически не хочет поворачиваться. И практически сломал. Кстати, я понял еще проблему. Смотрите, вот эта нижняя часть здесь, она не закреплена. Поэтому мы давайте уберем пушку. И вот здесь вот блок поставим. Потому что, можно сказать, там все висит катастрофическим. Так. Так, и... Наверное, я сейчас уберу несколько щитов. Блин! Не на ту кнопку нажал. А, можно же Undo. Так. Вот, я забыл, что есть команда такая. Так. Разворачиваем. Вот, отлично. Прям мне нравится, как выглядит. Единственное, что щиты давайте другие поставим. Да. Что-то опять там. Так, щиты мы поставим. Даже не знаю, честно говоря, какие правильные-то щиты будет ставить-то. Давайте вот здесь вот щит поставим. И вот здесь вот щит поставим. А здесь мы просто, ну вот... Да что ж такое-то? Не те кнопки жму. Вот так вот. У меня же еще есть легкие деревянные щиты. Так. Сразу почему-то опять просело катастрофически... Весь момент просел. Почему? Честно говоря, не понимаю. А, давайте еще укрепим. Попробуем вот... Вот так вот сделать. Так. Так. В общем, много-много-много-много укрепляем. А, вот, просто, в принципе, можно же вот так вот сделать. Вот и все. Вот. Вот и все. Теперь точно все будет нормально. Ну вот, как минимум, не просело. Огонь. Бух. Отлично. Я уж не знаю, какое ядро конкретно попало, но... Вперед. Я не знаю уж... Что выйдет? Так. Так, по-моему, я вижу, что у меня уже поломки есть. Кровавые колеса. Прям все, я там расфигачил себе перед колесами. Так, давайте еще стартуем. Ну все, одно. Именно нижний попал. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это я зря сделал, потому что я заехал в огонь. Бабах. Все, в огонь нельзя заезжать, потому что я, собственно говоря, же деревянный. А, вон, катается, смотри. Задняя часть, она вообще, по-моему, не хочет шевелиться. Так. Знаете, что я сделал? Я уберу задние колеса. Я вот вижу, что это здесь немножечко ненужное. И наставлю здесь щитов, чтобы утяжелить заднюю часть. Вот что я сделаю. Потому что скачет, и мне вот это вообще не нравится. Что за скачка-то? Вот. Во-первых, залп. Забываю. Так, вот теперь все. Машина не скачет. Не хватает какого-то такого звука. Так, потихонечку, потихонечку. Главное. Так, я сейчас вот вижу сразу проблему, что... Что передняя часть, собственно говоря, вот эти слабенькие щиты, которые как раз-таки и мешались. Ух, кусок какой, он не сдвигается.
Так, тихо, спокойно. Говорит, что уже пора заканчивать, но, блин, я так и не взорвал. Знаете, что я не сделал? Я знаю сейчас, как я все исправлю. Во-первых, мы вот здесь сейчас правильно сделаем. Во-первых, мы вот здесь вот убираем по щиту и ставим вот по такому щиту. Так. И настраиваем вот эту пушку на цифру 1, эту пушку на цифру 2. Сейчас все будет у меня в порядке. Так, есть, все. Первый взор, но в принципе... О! Офигеть! Один рыцарь долетел и, собственно говоря, поджег мою постройку. Ладно, двинули потихонечку. Главное, чтобы протащить это все. Давай, буксуй. Тоже очень неплохо. То есть, в принципе, я смотрю, аппарат у меня подвижный, может управляться. Передняя часть. Так, задний ход. Во-первых, конечно же, вот эту избушку я смогу разрушить очень легко. Па-бах. Вот и все, готово. Стоило до нее немножечко дотронуться. Но, в принципе, там даже не нужно было никакой режущей кромки или платформы. Я, кстати, смогу... Нет, видите, все, мешает пушка. Но сейчас мы попробуем немножечко по-другому. Во-первых, у меня же есть направленность... Так. Чуть-чуть приподнимем. Так, вроде бы все верно. Отлично, мне понравилось, очень понравилось. Конечно, тяжело создавать какой-то такой аппарат, который бы, ну, именно действовал. Но смотрите, заняло достаточно много времени, но получилось очень эффективно. И мне понравилось, такое прям интересное создание получилось. И следующая миссия, давайте посмотрим. Как раз таки и сохрани... Ого-гошеньки, ого! То есть мне предстоит драться против рыцарей. Если вам нравится, то это уже в следующей серии. Я сохраню обязательно. Да, вот сохранить. Назовем его... Разрушитель. Да. В следующей серии, если вам захочется увидеть... Что и как я сотворю с этими? У меня уже есть идеи, у меня уже есть бензопилы, крутящиеся какие-нибудь моменты такие, которые будут крошить, молотить и убивать этих людей, рыцарей. То есть, в принципе, создать можно машину интересную. Я прям предвижу. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Если вам интересны игры жанра песочница, с вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.